Добрый день, микрофоны с микшером SkyDisco MicWell 22 с Bluetooth. Внутри у нас инструкция. Приемник для микрофонов, он же микшерный пульт, возможность подключения по Bluetooth и разъемами RCA со вставными антеннами, с регулировкой частот, громкости музыки и микрофонов. Далее два беспроводных аккумуляторных микрофона. Кабель акустический, кабель 2 тюльпана на 3,5 джек, кабель 2 тюльпана на 2 тюльпана, USB кабель и кабель питания. Рассмотрим основные. Одной из основных функций микрофона SkyDisco VL22, а именно подключение устройства к телевизору с функцией Smart TV. В данном случае в качестве Smart TV у нас выступает приставка Apple TV. Собственно, она уже включена. И как к ней подключиться? Заходим в меню, настройки и подключаем пульты и устройства. Bluetooth, выбираем нужный нам прибор, конкретно здесь будет написано X168, в данный момент у нас уже подключен. Далее выходим в меню и выбираем данную соцсеть, где ищем нужную нам песню, например, Катюшу. Запускаем. Звук у нас идет фонограмма из колонок, и параллельно звук из микрофонов также идет поверх фонограммы. Раз, два, три. Подключение выглядит таким образом. Звук с приставки Apple TV заходит в данный микшерный пульт. В этот же микшерный пульт заходит звук с микрофонов. Далее все вместе это идет кабелями RCA на нашу акустическую систему. Стандартное подключение на любых колонках, даже компьютерных, оно имеется.